Opel Vectra, замена тормозных дисков. Путем подбора обнаружили, что диски подходят с Ланоса, диски у нас на 14, будем менять. Ну что мы обнаружили, мы знали. Снимаем скобу. Кстати, очень хорошая вещь. Если у кого суппортаж тарахтят, можно сделать и на Ланосе, и на другой автомобиле. Просверлить пару отверстий и установить так же само, как здесь установлено. Диски у нас уже в критичном состоянии, колодки тоже на минимуме, поэтому меняем полностью все на новое. Откручиваем сам суппорт шестигранником на сколько там, на 7? На 7. И снимаем его. Так же само нам нужно будет открутить сам тормозной диск, вот тут болтиком крепится. Открутить скобу суппорта. Тут два болта их крепят, тоже под шестигранники. Покажи. Угу. Тормозные колодки у нас Profit, диски тоже одной фирмы, все. Остается открутить скобу и снимаем диск. Еще мы решили заменить вот эти вот резиночки, по которым ходят направляйки. Поставим новые, старые вон. Они уже дубовые, резина свое уже отработала, и будем ставить новые. Алло. Все, диск мы установили. Сейчас втулки поменяли, цилиндр вдавленный, собираем все обратно, и машина готова.